Предлагаю попробовать жареху с грибами и картошкой. Это простое, сытное и невероятно вкусное блюдо. Замечательный вариант для ужина. Особенно в сезон грибов. Ниже я расскажу подробнее, как приготовить жареху с грибами. Вместо лисичек можно взять шампиньоны или вешенки. Картофель лучше брать такого сорта, который не слишком разваривается при жарке. Лисички – 400 грамм. Лук – 1 штука. Картофель – 4 штуки. Соль – по вкусу. Черный молотый перец – по вкусу. Зеленый лук – по вкусу. Количество порций – 2. Подготовьте все ингредиенты. Лук нарежьте полукольцами, обжарьте в сковороде до прозрачности. Лисички помойте, немного обсушите и крупно порубите. Отправьте их на сковороду, чуть прибавьте температуру и жарьте до золотистого цвета. В конце подсолите. Пока жарятся лисички, помойте и очистите картофель от кожуры. Нарежьте ломтиками среднего размера. Хорошо промойте картофель в холодной воде. Залейте картофель горячей водой, оставьте на 1 минуту. Слейте воду и обсушите. Это делается, чтобы картофель не остужал горячую сковороду. Переложите лисички в тарелку. Подлейте масло и добавьте картофель. Жарьте картошку до мягкости и румяной корочки. Добавьте обратно лисички к картофелю. Еще немного посолите и поперчите по вкусу. Жарьте до испарения лишней жидкости. Перед подачей посыпьте мелко порубленным зеленым луком. Приятного аппетита!